Ну, честно, я в шоке. Потому что я лично сам вчера слышал, как сюда прилетало, недалеко. То есть у меня нет возможности просто позвонить и сказать, чтобы они немножко угомонились, потому что тут как бы и ихние лежат люди тоже, и не только мирные. И куда они стреляют, непонятно. Мы вчера с вечера вот с Сергеем слушали канонаду, блин. С вечера, по-моему, и до утра, да, они где-то стреляли. Ну, то есть было слышно прекрасно. Я призываю прекращать эту фигню уже. Пусть Зеленский уже где-то договаривается, наверное. Ну, ни к чему оно не приведет. То есть то, что рассказывают нам там, я не вижу по отношению к нам здесь такого плохого, что нам там могли рассказывать. То есть по поводу отношения к пленным. Относятся к нам отлично, кормят, лечение к нам отличное тоже. Медикаменты, все хорошее, ну, то есть перемотки постоянные. Все хотят увидеть семьи. В семье дети, кто их еще не успел сделать, такие, как я. То есть...